пахать мечом. Ну, в общем, недолго думая, начнем. А и вот так вот. Как я вот всех обманул. Ха, я уже два раза прошел эту игрушку, пишет Поль 320. Поздравляю, у меня нет времени это делать. Я тут немного, конечно, походил. И вот что у меня теперь есть. Айда, шиноби, пойдем. Вот так у меня развит замок уже. Включил я себе архитектора, энчантрес. Улучшил найтов. Открыл шиноби. Так, и у меня есть несколько золотых монет, которые мы потратим на что? 450. 310. Возьмем атаку. Грузоподъемность. Так, ну, сегодня должно, в принципе, не лагать. Я постарался, позаморачивался. Давай залезу. Да вот я уже залезу, играю. Где 720? Сейчас все будет. В этой игре слишком много гринда. Да ладно вам, гринда много им. Так, здесь самый смысл... А как он меня ударил-то, я не понял. Оу! Хорош. Так. Мне после руля почему-то это... Все. Все, кажется, я тут уже до свидания сделал. Вот, быстрый забег. Вот. А теперь давайте соберемся. Муфаса. Давайте быстро двигаться будем. Можно ли музыку из игры потише? Можно. Вот так нормально? Должно быть хорошо. Ты-ты-ты-ты, жатва. Так, наша задача с вами пойти завалить босса. Я хочу убить босса. Первого. Гася тут артиллерия. Давайте отложим. Твою мать, отложил, блин. Да что же это за криворучество? А вы что, издеваетесь? О, оу, хорош. Да это же... О! Я вас всех тут изнасилую, кого найду. Во, он сам напоролся, я не виноват. Хоп, хоп. Опять ледяной маг. Нет, уйди от меня. Вот на тебе по балде. Что здесь вкусное есть? Ничего нету вкусного. В хорошем смысл игры в том... Опа, не успел я тебя завалить. Поразительно. Да что ж такое-то? Мне срочно нужна еда. И что, ни в одном столе нет еды? Что за издевательство? О, нашел еду. Только этого мало. Этого катастрофически мало. Хорош. Кого там достигнуть надо? Ага, вон там справа сундук, надо до него добежать за 5 секунд. А, да, успел! У-у-у!
Как я обратно побегу, я не знаю, потому что здесь просто термоядерный взрыв сейчас какой-то будет. Мне такое ощущение. Погнали! Офигеть, я даже еще не пострадал. Это было серьезно. Глаз, не смотри на меня так. О! Таймлапс. Берем. Таймстоп. Новая магия. В принципе, неплохо. Так, здесь будет жатва, но вниз мы не пойдем. Давайте вернемся в начало. Погнали. Так, так, так. Ну, вот как-то вот так сделаем. Ненавижу глаза, потому что они стреляют сквозь стенки. Так, а там сундук. Сундуком надо слазить. Хорош, хорош, хорош. Опа! Ага. Не сдал меня? Так, плохая картина, надо ее убить. Это тоже плохая картина. Бабки, что-то мало. Мало денег-то. Алло. О, отлично, смотрите, мы полечились. Так, там какая-то очень сильная движуха. Спускаемся. Немного суматошно выглядит вот это вот. То, что у меня билка, я быстро двигаюсь. Он какой-то сверхскоростной. О, босс. Отлично. Сейчас пойдем босса гасить. О, чертежик. Square chestplate. Квадратная броня. Это что это? Вот это тупичок классный. Там сверху что? Еще сундучок. Сундучки мы любим. Ух ты, еще! Офигеть, вот мне прет. Смотрите, сколько я чертежей уже понадобывал сегодня. В смысле, не то, что сегодня, а за этот заход. Так, ну что? Айда, босса. Так, замедление времени у нас есть. Привет, глаз! Эй, хорош! Твою налево! Блин, ну как так? Облажался. Все три раза сам облажался. У меня один раз почему-то не сработало замедление времени. То ли я не ту кнопку нажал, то ли что. А так все хорошо начиналось. Ладно. Две левых руки. Ай да. 890 денег. Ну что мы можем сделать? Мы можем себе... Давайте посмотрим, что я там понадобывал. Я столько чертежей вытащил. Так, шлемак. Маны и здоровья нам даст больше. 250 стоит. Так, бронька похуже моей. Так, что-то я руну еще доставал какую-то, посмотрим, что за руна. О, что это? Руна проклятия.
Ха, интересно. Делает врагов, ну, харда, тяжелее к прохождению, но также больше награды за их убийство становится. Интересненько. Вот это вот прикольная штука. 350. Айда посмотрим, что у нас тут есть. Чтобы у нас 350 осталось, 555, если... Не хватит. А вот 530, если вложим, то 350 останется. Отлично. Апнем себе здоровье. Включим себе прыжок. Теперь я могу делать вот так. Погнали! Я такую рунку не выбывал, но там полно бесполезных, типа плюс один за убийство. Да, видел, видел. Почему из меня вопросики сыпятся? Что это за анимация такая прикольная? Так, ну наша задача опять найти глаз. А, у меня, кстати, герой-матершинник. Видали, он все время матом ругается. Так, так, скелет, до свидания. Так, ракетница. Попрыгаем на ней. Во-во-во-во-во. Сундучара здесь есть. А-а-а! О, отлично, отожрались. Бабки, бабки, бабки. Уходим. Сваливаем. О-о-о, хорош, чуваки. А-а-а! Эх, не успел я его завалить. Здесь, видите, здесь... Прыгать опасно, там шипы с потолка. Хорош меня жрать. Воу, 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 полегче. Полегче. Картина уйди от меня. На тебе еще одна картина, тоже тебя убью. Деньги, деньги, деньги. Вот я падки на деньги вообще просто жуть. Так, что у нас здесь есть? Скелетики. Ах ты ж. Сейчас я... О! Снайпер, во, попал. Откуда здесь сколько скелетонов-то? Куда ты смотришь? Направо мочи. О-о-о-о! Откуда вас столько? Смотри, уворачивается. Ну хотя бы денег за них много дают. Ох ты! Что за подстава? Во-во-во, бабло посыпало. Только у нас жизни не осталось. Нам бы где-нибудь отожраться. Давай, 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 давай. Опа! Отожраться здесь, конечно, можно, но это переход дальше. В начало. Ассасином крути все, у него инвиз есть. Согласен, но сейчас не такая сложность, чтобы... Тем более у меня очень мало маны. Я ману не качал. Тихо. Вот тут ракетницы, а зажигают. Ах ты ж, ну что ж за криворучие у меня, какое-то проснулось реальное. Ага. Тихо, ворот. Здесь могут быть еда. Тихо, 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 тихо.
Да что же такое? Вместо того, чтобы приобрести, да. О! Да, конечно, давай сыграем. А, облажался. Ладно. Ой, сейчас у меня жизнь кончится, и все. Прощаю, до свидания. Так. Так, это опять переход дальше. Возвращаемся. Привет, Витя пишет Алонсы. Здорово, это Ведьмак. Не крякнут и так. Я бы купил, денежек нет, так. Mortal Kombat 9 там уже обсуждают. Так, у нас еще вот этот заход есть. О! Музыкальная машина. Жалко, что только в той комнате работает. Ого! Я понял. Насадили мою задницу на шипы, паразиты. Так, уходим вниз. Здорово! Здорово всем, кто пришел. Мы играем в чудо-игру. Хоп. Да что ж ты будешь делать? Кривой я рак, а. Вау! Фига себе, здесь глубоко. Отлично вошел. Опа! Да, сейчас сдохну. Мне срочно нужно по... Большой сундук. А у меня жизни на один удар. Э, ты куда кидаешь? Топор свой. Ну вот, убил ты меня, картина. А этого перца можно было и завалить, в принципе. Рискни, открой. Barbarian Queen, Леди Соня. О, замедло, смотрите, шиноби, гигантизм. You're insane. Так, я еще и сумасшедший. А что такое insane? Давайте проверим, что такое insane. Бешеный гигант, это здорово должно быть. Что бы нам добавить? Ой-ой-ой, не хватает. 590. 590. Magic Damage. Upgrade Mage. Ну, тут берем атаку. Худя, худя. В чем выражается моя, так сказать, сумасшедшесть? Потому что я гигантский, безумный. Гигантский, безумный тетка с мечом. Тролли, блин. Я настолько здоровый. Так, ну мешок-то я вам не оставлю. Тихо, стоять бояться. Слушайте, я еле помещаюсь в эти коридоры. Take no damage.
То есть они предлагают мне вот пролететь вот это все вниз. Мамки родные. Я боюсь, что я не смогу. Тем более я гигантский. Не, никак я не смогу это сделать. Я точно зацеплюсь. Музыку. Таксик, портал в никуда. У-у. Ага, видали, я сквозь стену аж машу. Ну ладно, подойди еще ближе. Смотри, я с тебя размером. Что ты, сышь, что ли? На тебе. Что-то какая-то комната вообще охренительных размеров. Удобно то, что с таким размером я могу легко, как говорится, не бояться никого. Точнее говоря, доставать сквозь стены и так далее. Угу. Там сундук. Давайте пока пропустим. Так, а это переход. Переход нам не нужен. Ай да сундук, что ли, возьмем? О, пожрать. Опа. О, это необычный сундук. Bloodsword. Кровавый меч мне достается. Ну, он, кстати, отстойный, поэтому радоваться нечему, уходим отсюда. Так, продолжаем наше путешествие. Ого! Ого-во-во-во-во-во-во-во! Мне кажется, надо использовать нашу обилку. Да, я так не рассчитаю. Так, ага, обратно тоже надо бежать. А вот это подстава. Раз, два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И... А-а-а! Да что же это делается-то? Люди добрые, откуда мне руки вырастить? Сходил, блин, за голдой. Ого, а ты что здесь делаешь? А почему я тебя не могу убить? Ну чё неубиваемый? Так, и это переход дальше. Хо-хо-хо, бешеная лошадь. Да нет, я туда пока не хочу. Возвращаемся на старт. Мне нужен босс. Ой-ой-ой! А-а-а! Да что же это такое-то? Да как я сюда попал? Почему ты не умираешь? Что за бред? Почему она не умирала? Это мое вот это крейзи так сказывается или что? Да. Свидание. Нашли босса. Ёлки-палки. Леди Инсейн, вечный ПМС. Да. Только барбарианы у нас тут есть. 640 денег.
Ну, на 260 я вообще ничего не куплю. Может быть, здесь можно их слить куда-нибудь. 500. Так, во, новый шлем. Берем новый шлем. Чуть больше здоровья. Все, больше ничего нету. Ай да, помчались заново в этот дебильный замок. Та-та-та-та-та-та-та. Ух ты, 1000! Ой, 100 в смысле. Ну вы меня поняли. Оп. Тихо. Да установите вы. Умираю. Ненавижу шипы. Ненавижу шипы. Твою налево. Иди в задницу. Оу. Какая-то страшная карта. Так. Take no damage. И... это, конечно, клево. Ай, да, рискнем. У нас есть сдвинуться, у нас есть двойной прыжок. Ах, чуть-чуть. Обратно-то нормально. Надо было сначала со сдвига начинать. Ну ладно, раз мы пошли лажать, давайте сюда зайдем. Ого. Деньги, деньги, деньги. Так, а теперь здесь вернуться еще надо. Нормально. Работало. Тихо. Направо. Defeat all enemies. Замечательно. А убить его может только маг. Да. Так. Ну и нафиг этот зал. Пойдем дальше, сходим. Гермес Бутс. Это что такое? Что такое Гермес Бутс? Как их есть? Воу-воу-воу, тихо, это не то. Ребята, а что за Гермес Бутс? Кто играл? Что такое реально? Первый раз вижу. Человек, который два раза прошел игру, сам не знает, что это такое. Гениально. Нет, это не в укор человеку сказано. В смысле? А где пожрать найти? Ну ты косой. Что это было, ребята? Ну, все нормальные портреты. А я-то думал, сейчас меня тут начнут сбивать. Кстати, заметьте, портретов оживающих почти нет.
Да, проблема у меня с этими пушками. Оу, тихо, тихо, тихо. Оу. Фига себе, звездочка. Сожрать бабло, и все, и можно умирать. Уп! Да. Ботинки — это иммунка от шипов. О, то есть я мог бегать по шипам? Я даже не знал об этом, если честно. Так, слабые мускулы, враги не отталкиваются от вас. Color blind. Ой, не люблю color blind. Паладин, да вообще неким идти. Ну, пошли за паладина, сгоняем. Так, 1240 денег. Ну, ай да, я не знаю, магов откроем. Майнер. 300 денег осталось. Здесь взять нечего. Это дорого. Ух, это что, сейчас все эти 300 денег спалю? 350. Да, придется сгорят все мои деньги, к сожалению. ПВ не хочешь? Не, не хочу. Хорошо, а где моя полоска ХП? Прикол или что? Почему у меня здоровья нет? Я не понял. А, оно у меня, скорее всего, есть, но я просто не знаю, сколько его, да? Я правильно понял? Печалька. О, запись журнал номер 2. Так, если найду излечение, все изменится. О, здесь прям история какая-то. Ой, слишком много букв, ребят. Я не хочу сейчас этим переводами заниматься. Да вы что, прикалываетесь? Сразу третья запись. Хорош. На. О, на. Оу. До свидания, сейчас я сдохну уже, я чувствую это. Я чувствую, что у меня мало здоровья. Тихо, 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 тихо. О-о-о! Как мы его? Фух. Налажали очень много в самом начале. Так, это проход. Это проход в ад. Но в ад нам не надо, нам надо вернуться в начало.
почитаю по-английски. Ага. Уроки английского языка только на стриме у Балабума. Так, ящик. Так. Как бы тебя убить? Наверное, так лучше. Раз, так. Деньги, деньги, деньги. Так, а потом еще и обратно ведь идти. О, пожрать. Ну и фиг с этой картиной, она мне не нужна. Так, вон там внизу еще есть проход. А, так, нужно его достигнуть за 5 секунд. Есть баланс, руна баланса в шлем. Руна баланса в шлем. Посмотрим, что это такое. Первый раз вижу. О-о-о-о! Тихо, осторожно. Нет. Ой-ой-ой, сколько вас тут? Ай! О, тихо! Ну что, издеваетесь? Хорош меня избивать. Я маленький слабый паладин. Много нас, а он один. Опа! ХП. Клевая комната. О, ого. Фига себе. Нежданчиком денежки нашлись. О, крит. У меня крит прокнул. Ой-ой-ой, что это? Так, ледяной маг, уйди от меня. На шипы тебя насадить. Ого, еще два ледяных мага. Нет, убивают. Когда же у меня жизнь закончится? Ой, я забыл, у меня билка есть про избегание дамага. Упс. Да. Я слоу. Я соу слоу. Жалко, что я не вижу, сколько у меня здоровья. Сейчас бы я уже паниковал, я чувствую. Но, скорее всего, здоровье на один удар. Ой, нифига себе ловушка. Да. Оу! Есть! Наконец-то я загнобил своего. Да. Архимаг. Леди. Леди Гей. Оо, гигантские шиноби. Обожаю гигантских шиноби. Я просто всегда за них играю. 1000 денег у нас с вами появилось. Чуть-чуть не хватает здесь. 670. На. О, и 370. Отлично, в ноль. В ноль сработали. Посмотрим, что я за руну достал. Руна баланса. Slain enemies grants boss HP. О, неплохо. Убийство. Убийство врагов дает нам жизнь и ману. Может быть, стоит. Особенно для шиноби, наверное, нормально будет. Наконец-то сдох. Фигня, не руна. Ну, ты профессионал, ты, наверное, знаешь. Я-то... Да как я на тебя... попал-то, а?
Слышите это? Где? Он должен хорошо так падать, громко. Ладно. О, не, я туда не хочу. Я туда очень не хочу. Эти кости. Блин, с таким мечом вообще классно. Да ты... Паразит. Да. Теряем здоровье на ровном месте. Опять он первый успел. Да хорош. 39 жизней осталось. Ни о чем. Здесь должно где-то пожрать быть, но я уверен. Пожрать восстанавливает здесь. Во! 13 здоровья есть. Оп, тихо. Вот еще здоровье. Зомби. Блин, я его так испугался. Да повернись ты, стреляй в ту сторону. Деньги, 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 деньги. Нет, не хочу. Боюсь. Слишком сложно. О, да, детка. На чем играешь? На клаве. Нет, ну конечно можно попробовать, но я чувствую, меня тут просто убьет эта вся фигня. Ну поехали. Ха-ха. Я ж сказал, меня убьет эта фигня. Насадили мою задницу на шипы опять. Так. О, большой красный шар! Нифига себе, что это было? Да. Гигантский архимаг, мамочки родные. Гигантская Барбариан Куин. Во, матюкальница. Отлично. Берем матюкальницу. Она будет матюкаться. Так, если я возьму эту... Что-то здесь должно продолжить свое развитие. Да, да, вот оно. Улучшенный шиноби. Вот чего я ждал. Лич. Ну, лич это какой-то своеобразный класс. А вот улучшенный шиноби это неплохо. Заходим обратно. Ты плохо играешь в эту игру, нормально. Но зато забавное. Уйди от меня. Так, что здесь происходит? Какое-то движение. Так, всех избили. Да вы что, издеваетесь? И здесь маг какой-то стоит. Жесть.
Да, вот вы видите, в соседней комнате огромная туча точечек. Хорош меня жрать. Ого, один удар, 4 дырки. Так, стоп, а там какой-то большой маг был. О! Блин, нифига себе, он гигантские фаерболы кастует. Так, и что нам с ним делать? Ну как ты дерешься-то со мной? Так, ладно, вроде убили. Defeat all enemies. А, ну как обычно, и хрен их убьешь. А, кстати, при помощи чего их убить-то можно, я даже не предполагаю. Во, босс! Ништяк! Айда насиловать босса. Давайте посмотрим. О! Здесь еще можно пожрать. Подготовка к боссу — это одно из самых важных вообще дел. Так, здесь пожрать особо нечего. Ну что, человек-глаз! Точнее говоря, глаз-глаз! Давайте его попробуем натянуть. Выдохнули, погнали. Глаз-глаз, привет! Айда, я тебя буду убивать. Да хорош! Да тебя долго убивать-то? Ну куда ты бьешь? Бей, бей в глаз. Вот Витя Краб. Попал. А я не ожидал. Ого! Ого! Блин! Ха-ха-ха! Да там было-то совсем чуть-чуть! Блин, у меня ж в фусрадах есть, точно я забыл. Ну блинский. Где фусрадах? Точняк, фусрадах. А, архимаг. Паладин. Гигантская херня какая-то. Ну, 729 денег. Как я так интересно набрал ты такое количество? О, ха-ха, одной денежки не хватает. Ну ладно, давайте откроем майнера и поехали. Тем более тут-то штучка открылась, что у нас больше голды теперь будет падать. Ну, надо еще выучить, правда. Давай, попусти меня. Я все еще хочу убить этот глаз. Буду делить на главы, наверное. Убил глаз. Убил глаз, почувствовал себя богом. Странно, почему я этих с первого удара-то убиваю? А, я опять боли не чувствую, кстати, заметьте. Тихо. Деньги. Деньги — нужная вещь. Зомби, уйди отсюда. Проходим дальше.
тихо. У ворот. Идем дальше. Тихо. О, деньги. Тихо, 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 шипы. О! Да, давай. Конечно. Я выиграл у него бабло. Ну, это такое предлагает. Давай я возьму у тебя денег, а ты... Defeat all enemies. Воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Блин. А, картина живая. Зомби живой, да что ж ты будешь делать? О, мужик здоровый с мечом. О, курочка, отлично. Так, это тоже живая картина. Давай, иди ко мне, на тебе. Ох, зомбак, ты долбаный, опять долбаный зомбак. Да вы чё, прикалываетесь? А теперь главного завалить надо. Фига себе он мочит. Шиноби с остановкой. Ну погнали. Опять мне денег не хватает ни на что. Great Knave в ассасина. Ну давайте ассасина построим. Просрал руну. Так. Я понял, что я просрал руну. Не надо, не надо мне тут еще. Вот это рассказывает. Маг фигня. Ну, видимо, чтобы магом хорошо играть, надо в манапул качаться. Действительно шустрый мужик попался. Дали, дали как? Оба! Ух, мамочки родные. У меня аварейшн на перекрестке только что произошел. Ну ладно, вроде все живы, не сильно ударились. О, курочка, подожди. Сейчас я солью тут. Пару жизней. Во, вот и курочка пригодится. Оп. Где босс? Мне нужен босс. Приведи меня к своему боссу. Нет, сюда я не хочу. Так, это опять эта комната. Ого! Ого! В каждой комнате все лучше и лучше, я смотрю. Нифига себе! Что это, мамочки родные? Да ну нафиг! Я не пойду туда. О, привет, чувак. Так, облом. О, босс. Так. Заморозка. Да, да, заморозка маны очень много жрет. Я лучше в босса попинаюсь. Привет, босс. А!
Да шипы! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Да, да, да! У-ху! Бабки, бабки, сыпьтесь мне в лапки! Тром-па-па-ра-па-ра-па-пам! Большой сундук, привет! О-о-о! Armor, mana и magic damage increased плюс один. Та-та-ра-ра-рай, да-ра-ра-рай, да-да-да-да-да-да-да-да-дай! Фух! Вот это экшен! Воу! Ха-ха-ха-ха-ха! Я человек-молекула! Фух! Гей! Поиграем за гея?